тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Era niente. Сюда. Ладно, зря мы не взяли пушки. Aspetta, c'è qualcosa laggiù. Ti copro le spalle. C'è niente laggiù. Falso allarme. Non è qui che tiene posizione. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Я иду. Сейчас заберусь только повыше. Ладно, до скорого. Да. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя.
А вам тоже. Давайте так. Не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка, повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Ты себя выдаешь. Пытаюсь уравнять шансы. Не вышло. Я тебе поддался. Ага. О, как мило. Иди сюда. Отдавай мне артефакт. Вы знаете, сколько я их за жизнь насобирал? Пожалуйста, выражайтесь точнее. Сейчас я тебе все объясню. Слушайте, я ж только с самолета. Может, ничего бьем? Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Знаете, вы крушите очень дорогую собственность. Нас за такое отсюда могут и попросить. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Вот здесь. Я у машины. Вы куда провалились? Я встретил твою Надин, Роуз. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Нейт, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Держусь. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Всех вывели. Значит, зал. Ты понял, Нейт? Да, понял. Макей. Но не раненько. Эй!
Devi scappare! Ладно, я почти в бальном зале. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Я иду, сэр. Супер. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata. Cosa hai trovato?
Да, мне тоже. Так держать, брат. Концепция меняется. На выезде теперь пробка. Нам не прорваться. Черт, и что будем делать? Возле зала есть фонтан. Жду вас там. Ясно. Пошли. Душу ждут муки ада. Черт. Что? Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис... Ин Парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику. Да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да,
все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну, ты даешь. Ну, тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф, и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, ты где? О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени, и это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Ну, Рейф подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт. Да? Ты только... вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери. Шотландский собор. Странное местечко для сокровища. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться.